А можно написать поминальный вечер? Вечер памяти. Нет, нужно написать конференцию. Так надо. В эти дни все человечество неотрывно следило за событиями, которые разворачивались здесь, в Москве, в театральном центре на Дубровке. Че это такое? Вечер памяти хотим устроить. Давайте не будем расходиться и дойдем до конца. Че, я не по-русски, что ли, говорю как-то? Ну че сидеть, ковыряться? Пошли отсюда. Вот прямо сейчас все встали и вышли из зала. Вырубай мне свет. Ты зачем собрала этот вечер памяти? Зачем ты всех расспрашивала? Ты когда перестанешь нас мучить? Опа-па! Быстро пошла отсюда. Люди не хотят помнить. Люди хотят жить дальше. Ты куда?